9 сентября, ревизия альпийчиков. И такая картина, как в альпийцах. Вот и матка ходит. Вот она скрылась. Здесь по расплоду еще довольно-таки приличные матки работают. Это одна рамочка. Вот одну рамочку оставил, показал, что в альпийце. Сейчас посмотрим положение дел на следующий. Вот так вот по медочку и снизу расплод. Фу. Будь здоров, Петро Петрович. Жонглируя, переворачивая на следующую сторону. Вот так вот метка занесли. Вот так расплодик. Это две рамочки. Сейчас посмотрим на соседние. Поприполисовали. Здесь расплод вышел. Что успела маточка засеять? Яйцо. И где-то подливают. По метку вот так вот у них. И здесь то же самое. И расплод он до самого низа выходит. Здесь вышел. Это только я смотрю в одном корпусе. Это уже три рамочки. И на каждой есть расплод. Это для противников малоформатных ульев. Вот так вот занесли метком. Аналогичные с этой стороны. И следующая рамка, там уже пошли медовые, можно не трогать. Так, эту смотрел. Вот эту еще глянем. Здесь подливают поменьше. Здесь медочек. И это с учетом того, что это была лощина. Они все отстроили. И уже все это дело занесли. Вот такой вот кратенький небольшой обзор состояния дел на 9 сентября в одном из альпийцев. Так что в прошлом году у меня было два альпийца. В этом году я уже расширил, сделал.